Совсем скоро жителям аула Учкулан не нужно будет ездить в спортзалы в другие села и города, ведь на этом месте будет построен в конце года первый в Учкулане физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором будет расположен большой спортивный зал и тренажерный. Спорт в этом ауле всегда был в почете, да и спортивными талантами учкуланская земля никогда не была обделена. Вот только раскрыть себя им мешало отсутствие условий для полноценных тренировок. Но в этом году все изменится. Строительство современного ФОКа даст еще больший толчок для развития спорта в этих краях. Тем более, что посещать его смогут ребята и из соседних аулов. На данный момент монолитная плита первого этажа залита. Возводятся колонны второго этажа и монтаж металлических колонн. Фундаменты 95% готовы. Здание ФОКа будет первым подобного рода объектом в ауле, который преобразит общий архитектурный стиль поселения. Оно будет двухэтажным. На первом зал для борьбы, бокса, тяжелой атлетики и игровых видов спорта. На втором тренажерка, раздевалка, душевые, санузлы и административные помещения. Одновременно в ФОКе комфортно смогут заниматься полсотни человек, не мешая друг другу. Также свои спорткомплексы скоро получат жители станицы Зеленчукской и аула Сарытюз. Новые здания, построенные по всем современным стандартам, будут полезны как и для новичков, так и профессионалов. Альбина Шаова, Назир Капушев, Архыз 24.